Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, заберем с вот тобой награды все. И меня интересует, в данный момент я нахожусь... Ага, Лига, ребята, Сёгуна все-таки 3 звезды, отлично. Ну что, тогда будем... Куда идти? В Лигу Мастеров. Куда еще мы можем с тобой идти? Блин, у меня 6 откатов, всего лишь 6. Ладно, я попробую сделать так. Берем 4 бойца 56 уровня и одного бойца возьмем. Давай вот Якунаичи возьму. Я думаю, что она, в принципе, должна с одной, ребята, плюхи вырубить вражескую команду. Проверим. Так, отлично. Значит, получается, если мы с тобой 4 персонажа, это получается 10 каток, это 40 персонажей нам. Блин, да дофига получается. Ладно, нам бы хотя бы сегодня добраться до Лиги Мастеров. Ну, по возможности 2 звезды. Я одного не могу понять, почему у меня не указывается количество этих и почему игра на английском языке. Что это за фокусы, так скажем? Я не понимаю вот этого вот, а? Почему это происходит? Давай, наверное, возьмем Супер Шреддера. С какого перепуга? Не показываются ни кубки, ничего, ребят. Нонсенс. Ладно. Я перетерплю. Я по памяти, ребят. Я все прекрасно помню. Сколько чего. Единственное, да, кубков не видно. Ну что, Супер Шреддер затащил команду. Так, у нас сегодня что? Суббота. У нас пятничные, ребята, события открыты, по идее. Их бы как бы тоже не помешало бы пройти. Слушай, мы с тобой проходим 12 кубков, друзья, получили. 12 ступенек, точнее, перепрыгнули. Блин, ну как вот я вот. Я не вижу, сколько там чего дается. Ну что за бред? Что это, ребят, за бред? Вот как... Нет, Донателло один не справится. Давай возьмем Рафаэля еще. Возьмем Рафаэля. Нет, подожди, вот. Твою налево, блин. Ладно, давай так попробуем. Ну, я что-то сомневаюсь, что Рафаэль уложит их всех. Блин, это будет плохо, если не уложим. Ай-яй-яй-яй-яй. Это просто беда для меня, друзья. Так. Черт подери, давай Лео. Вали Лео. Красавчик. Так, а этого как? Этого заблокируем для начала, я думаю, на хил. Такс. Ну-ка, Кирби. Давай, тарань его. Таранул. Да ну, завязывай давай. Блин, хорошо, что у Рафаэля очень быстрая, ребята, инициатива. И он как бы, ну, грубо говоря, затащил здесь этот поединок. Можно даже сказать, в соло. Ну, Хан, конечно, там немножко помог нам. Так, 57 место. Ну, как же непривычно, ребята. Я не вижу, сколько кубков мы получаем. Что за бред? Так, если я возьму, например, здесь Алапекс 100% не справится с шестидесятниками. Вот кожеголовый. Ну, кожеголовый, в принципе, вполне даже может справиться, ребят. Вполне может справиться. Так, ну-ка проверим. Да ну нафиг, вы серьезно сейчас? Что за подставы такие? Кожеголовый, ты шестидесятников должен рвать, блин. А он... Нет. Он, ну, как бы, большую часть уничтожил, а добить-то не добил. Замечательно. Такс. Я даже не знаю. Ну, давай возьмем Рафаэля, например, и Макмана. Рафаэль и Макман. Раз, два, три. Блин, ну три бойца отыгрывать на высоких катках какое-то такое себе удовольствие, на самом деле. Подозрительное, я бы сказал бы. Ну-ка, Рафик, сколько ты выдашь по урону? Воу! Рав, да ты красава. Ребята, Рав красавец. Он считает там шестидесятников, уложил почти всех. Одного только оставил, недобитыша. Ну и все равно считает, что это неплохой результат.
Что-то как-то мы с тобой продвигаемся медленно. 41-я позиция, да, у нас? А здесь, наверное, я возьму вот этих вот. 63, 66. И возьму наших милых маузеров. Наших милых маузеров я возьму. И, ну, тут понятное дело. Маузерам, как говорится, никто не в указ. И они сейчас их всех уничтожат. От слова абсолютно всех. Не давая шанса вообще нашему противнику что-то здесь сделать. Ну, это маузеры. Маузеры, Супер Шреддер, Крэнк, они такие. Они церемониться не любят. Так, 31 место. Ну что, грубо говоря, если мы идем по десятке, нам надо еще 3 поединка. И мы с тобой только зайдем в Лигу Мастеров. Так, беру Алапекс и беру здесь Донателло. Раз, два, три. Вот так вот. Ага, стоят олухи. Погнали. Да, я даже не сомневался. Я не сомневался, ребят, нисколечко, что Лапекс их добить не сможет. Поэтому и взял, как говорится, Донателло для подстраховки. Ну, тут у нас еще и этот, не супер, а обычный Шреддер был тоже, который мог бы, в принципе, если бы Донни не добил бы, у Шреддер бы точно добил бы своим суперударом, когда вызывает Рокстеди и Бибопа из другого измерения. Так, берем Армагона. Раз, два, три, четыре. Неделя просто, ребята, заканчивается. Я хотел как бы попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну, как бы это нужно нам для осколков, сам понимаешь. Так. Я даже не сомневался, что здесь он так сделает. Поехали дальше. Блин, мы не перешли с тобой. После этого, надеюсь, поединка у нас получится перескочить уже в Лигу Мастеров. Бакстера взял. Блин, Бакстера... Ну, что тебе скажу. Бакстер, друзья мои, он слишком медленный. Он по инициативе не затащит. Он не будет после Крэнга сразу делать атаку. Хотя, подожди, у них же уровень 60-й, да? 66-й там, по-моему, если не ошибаюсь. Хотя... Ну да, Бакстер здесь. Но, опять же, ребята, он взял здесь за счет своего уровня. Если бы противник был бы 70-ника, то наш бы Бакстер фокус бы свой не провернул. А вот и Лига Мастеров. Да, пока одна звезда. Но нам нужно попытаться, ребят, пробиться ближе к двум звездочкам. Я уже молчу, чтобы их взять, но хотя бы пробиться. Раз, два, три. Так, и мы еще до сих пор с тобой не вышли на 60-й ранг. Я имею в виду на наших бойцов. До сих пор еще 57-е отыгрываются. Так, ну, Лео здесь, понятное дело, добьет. Донателло плюс Лео тоже довольно неплохая комбинация. Вообще неплохая комбинация идет в том случае, если у тебя в пачке, в твоей, да, есть бойцы, два бойца с массовой атакой. Тогда у тебя все вообще на лайте будет. И, кстати, два бойца с массовой атакой и желательно бы, ребят, с крутой инициативой. Рискнуть Усаги. Ну, давай попробуем Усаги. Я надеюсь на его дебаф, на постепенный урон. Потому что команда, ты сам понимаешь, они лица им могут разворотить только шорох. У меня довольно слабая неподготовленная команда. Ну, за исключением, конечно, Усаги. Красавчик. Вот единственное, что вот здесь он не повесил постепенно. Ай-яй-яй-яй-яй. И кому сейчас прилетит? Выдержал, да, парень? Так, нам опасно бросать вот эту, потому что сплинтер будет атаковать. Поэтому давай языком бомбани. Бомбанул. Ну а ты? Молодец, Зоня. А тут сплинтер, друзья мои, понятное дело, отдупился от постепенного урона, который повесил Усаги. Ну, про который я тебе говорил. Так, и мы переходим на 78-ю позицию.
Слушай, противник-то уже имеет 70-й ранг. 70-й ранг, друзья мои. Плюс майки 70-ник здесь. Но маузеры, в принципе, должны его снести, потому что он ловкий, да, но инициатива-то у него все равно хромает. Давай проверим, что у нас здесь смогут вытворить наши мелкие маузеры. Почти, почти, ребята, идеально. Вот все равно один остается. Я уже неоднократно, ребята, вам об этом говорил, что какая бы пачка ни была бы, слабая или это, все равно почему-то один противник выживает. 8 ступенек всего пролетели. Пью. Блин, опять 65-й этот. Дай мне 70-ники. Ну ты сейчас издеваешься. Вот. Воу, ну тут слишком круто. Ладно. Возьму так и возьму вот так. Раз, два, три. В принципе, зэк. Слушай, а кто здесь по инициативе? Зэк, наверное, быстрее будет, да, чем маузеры? Ну да. То есть зэк бросает половину хп, у них отнимает. Ну и маузер здесь добивает. Да, тоже неплохая комба. Есть контакт. Так, ну, по идее, должны сейчас на 60-й ранг перепрыгнуть. Надеюсь на это. Даже 59-й, прекрасно. Так, смотрим, друзья мои. Хрен, фигня полная. Опять бред. Вот это мне устраивает. Так, беру маузеров. Блин, ну Ваньку тогда придется, да? Ну, в принципе, если здесь 70-ники уже пошли, маузеры сейчас огреют, как всегда, своей ультой. Я не знаю, может быть, 1-2 здесь выживут. Там есть кем добивать, как бы уже можно не опасаясь. Вот, ну вот смотри, ну вот здесь же противники. Ну вот здесь противники были 70, 71, там какие уровни, смотри, 73, 74, 70. И здесь он их всех уложил. Там он, значит, не мог уложить, а тут он их всех уложил. Хотя они по уровню здесь были выше. Где логика? Как это, черт подери, работает? Я не понимаю, ребят, этого. Вот хоть что со мной делал, я не понимаю, как эта фигня работает. Там он слабых не мог добить всех, тут высокоуровневых просто положил. Ну да. Ладно, давай делать торнадо. Слэшек наш родной. Так, крысы. Добьет, интересно, а? Слушай, ну, прикинь, у него стая крыс, довольно неплохая ульта. И причем он еще не сотого уровня, а уже как наяривает. Да, прикольно. Ну что опять-то 60-й даете? Ну. Так, вот, 74-й это. Ну что у нас тут? Кто остался? Шапочный разбор. Че-то я сомневаюсь, что вот такой командой. Не, ребят, опасно. Опасно, надо брать. Давай возьмем Армагошу. Маузеры и так слишком часто выступают. Армагоша у нас уже как будто в этот, в старый саквояж с запыленной полкой стоит там и пылится. Так. Добьешь? Красавчик. Ну и получается, что последний поединок. Больше у нас, ребят, бойцов, по-моему, там не насоберется. Блин, ну и в Лигу Мастеров мы, конечно, не попадем. Ну, в две звезды, я имею в виду. Ну, ничего страшного, у нас еще завтра день и послезавтра. Послезавтра у меня будет выходной, получается, да? Коротыш. Ой, а я тут... Я что сделал? Ё-моё, ребята, я хая не взял. Ох, сейчас мы с тобой тут поплатимся. Господи. Вот это... Ребят, я просто... Еще и повышенную атаку. Блин, спринтер, я не знаю. Давай бафайся как-то. Я не знаю, что хочешь делай, блин. Блин, я не могу на тиме, ребята, взять... На провокацию. Давай, белочек, может быть, хоть кого-нибудь-то снесем. Так.
Ай-яй-яй. Что сейчас будет? Так, этот уходит в инвиз, ну и шикарно. А ну-ка. Так, подожди, подожди. Не надо это... Ох, твою ж налево, ребята. Блин. Утырок несчастный, а. Ты посмотри, что сделал, а. Вот так, ребята. Вот, вот она моя ошибка, чего нам стоило. Нам, нам это стоило фейлового поединка. Потому что я заговорился, блин, и забыл взять в команду мощного персонажа. Нормально, да? 4 ступеньки пролетели. Замечательно. Ай. Обидно, конечно. Обидно, что не прошли до Лиги Мастеров 2 звезды. Так, давай здесь заберем. Пойдем выполним. Кстати, у нас тут, ребята, Крэнк же. Крэнк, точно. Крэнка-то мы сейчас с тобой завалим. Ну и соберем награды. Какие-никакие, да? Поехали. Так. Даже постепенно... Ой, да, да что, что со мной сегодня, а? Видимо, ребят, с работы пришел. Уставший, ни черта не соображаю. Еще, знаешь, пришел домой такой голодный, налетел на холодильник, съел творогу, съел макарон с куриным, я не знаю, там как называется, паштет или куриная колбаса, фиг знает. Плюс полбанки маринованных, и мне так что-то сейчас тяжко, я еще воды попил, вообще не могу. Вот что значит, блин, когда на работе, блин, не хватает еды, ну, в плане того, что... Мало с собой взял сегодня на работу. На 12 часов я взял, ребята, бутылку кефира, коробку печенья и 3 курасана. Это вот на 12 часов я сегодня взял с собой. У меня же под конец смены все урчало, бурчало. Я думал, все, не выживу сейчас, блин. Жрать хотел, как мамонт. Пришел домой, налетел на эту еду. Ну и сам понимаешь, просто переел, очень сильно переел. Вот, и сейчас сижу такой грузный весь, фу, тяжкий. Соленые огурцы, знаешь, после них пить охота. Вот пью воду, блин. В общем, нельзя так, ребят, питаться, я вам скажу. Не жалейте, не экономьте на своем желудке. Так, ну что, забираем, ребят, 100% выполнение задач. Я все сразу открою. Угу. Так, $65, 12 720 мутагена. Давай. Значит так, ищем крысиного короля. Его мы качаем по уровню. Прекрасно, 92-й, друзья мои, 92-й уровень. А нашего Донателло видения мы качаем. Так, нужно 6 книг, друзья мои. Мы в тот раз с тобой эти книги задолбались искать. Так, 2. 3. Так, 4. 5. И последнюю. 6. А мутагена хватит? А мутагена, друзья мои, не хватает. Здоровски. Великолепно. У нас, как всегда, ребят. Не понос, так золотуха. Так, выполнить все задания. Да, я не смогу выполнить. 12 тысяч мутагена, ребят. Ну и что делать будем? Опять идти в магазин и покупать? А-а-а, тут еще, друзья мои, и 70-й уровень нужен. Ты прикинь? Так, нам надо обычные бои, обычные бои. Нам еще, оказывается, нужно с тобой 70 уровень. Да. Так, ну давай попробуем найти 4 наушника. Так, они есть.
Ага, вторые. Ну, господи, ну... Зеленая колба и все, ребят. Зеленая колба. Так, третий, последний. Последний, дайте. Есть. Ребят, три наушника мы надыбали. И 8 пультов. Ну, с пультами здесь все намного проще. Так, два... Я, ага, хотел сказать, я всю пиццу потратил. Я уже ее потратил. Выполняем. Так, теперь переходим сюда в челлендж. Оп. Так, так, так. И вот так. Ага. Слушай, я, если я поставлю ребят на автобой, я хочу просто глянуть, как они здесь справятся. Угу. Ну вот, ну зачем ты делаешь вот это вот? Ну, Бакстер, ну тупой, как сибирский вальник. Ну, он один остался. Ну зачем тратить на него ульту? Вот объясни ты мне, блин. Я не понимаю этой логики. Взял, просто сфейлил, блин, ульту. Крэнк, а почему не лучом? Почему ты решил снарядами бомбить? Нет, не понимаю я, ребята, как они тут все это рандом рандомом, но здесь вообще это что-то с чем-то. Ну что, друзья мои, фармим. Да не, ты дай мне вот этот этап. Попробуем найти эксперт снаряжения. Я еще раз повторяю, ребята, они нам здесь очень сильно нужны. И нужны они в огромных просто количествах. Да не жетоны мне нужны, дай мне эксперт снаряжения, игра. Силовые ячейки крэнгов. Пиццу. Ну, понятно, короче. Все. Даже не получил, друзья мои. Пипец. Это подстава. Так, ребятушки. На сегодня, пожалуй-ка, мы будем закругляться. Вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.